Здравствуйте, меня зовут Анастасия Власова, я редактор рубрики «Мода» на портале «Я покупаю». 6 базовых вещей от российских брендов, которые пригодятся после 30 лет. Наш шопинг-редактор составил список классных вещей от российских брендов, носить которые каждый день будет сплошным удовольствием, ведь их качество и крой на высоте. Двубортный тренч. Незаменимый весной бежевый двубортный тренч проверен лично, не мнется, не электризуется, к нему ничего не липнет. Красиво садится по фигуре, не жмет в плечах, и длина самая удачная, чуть ниже колена. Носим его с любимыми джинсами, свободными брюками и блузками. Оверсайз рубашка. Безупречная базовая рубашка, которую очень удобно носить как соло, так и в сложных многослойных образах, например, под жилет или с платьем комбинацией. Отдельно похвалю производителя за оттенок. Идеальный белый, который не отдает в синеву или желтизну. Пиджак из эко-кожи. Прекрасная альтернатива куртке-косухе на теплое время года. Смотрится изысканно и строго. Рекомендую дополнить пиджак прямыми брюками из эко-кожи и слингбеками на устойчивом каблуке. Объемный кардиган. Хлопковый кардиган крупной вязки точно пригодится. Обратите внимание, что модели с крупными акцентными пуговицами смотрятся очень выразительно. Носим кардиган поверх летящих платьев. Платье-комбинация. Вот оно, идеальное черное платье, которое никогда не надоест. Составлять с ним интересные дневные и вечерние образы очень легко. Видоизменять наряд помогают аксессуары и обувь. Джемпер с высоким воротником. Уютный джемпер молочного оттенка. Отдельный респект за силуэт. Не слишком узкий, не слишком объемный. Можно придумать огромное количество комплектов, от расслабленных до деловых.